Ничего так, ебальничек. Так, похуже у Вита, а вот у этого чувака ничего так. Не сверх, конечно, но нормально. Вита больше на манекен похож сблизи. Но тоже ничего. Вот тут у нас гаражик. Детализация не хай, конечно. Но, в принципе, вообще, как бы, достаточно навалом всяких деталей. Всякие ящики туда-сюда. Они так могли бы пустые стены сделать, да и все, собственно говоря. Еще одна новая тачка. Лимузинчик. ЗИС, скажем так, назовем его так. Гитлер, возможно, на таком ездил. Вах какой. Лимузина. Сейчас пытаемся прыгнуть посильнее. Да, жаль, камеры нету с вида третьего лица. В плане тюнинга ничего не прибавилось, во всяком случае в этой версии. Сделал помощнее движбан, он неплохо стал выть. Не помню, в демо до такого уровня доходил. Ну, там есть спортивный, начальный уровень тюнинга. Посмотрим, что за ганшоп. Отличается ли он? О, да нет, он, похоже, двойничок того же из демо. Что у нас тут? Магнум Кольт. Дробовик. Ну нет, короче, ничего особенного. Купим магнум. И кольт тоже купим. Блять. Сука. Очередной фастфуд. К слову говоря, народ до хрена. Может, в деме на эту тему было ограничение, что там поменьше было народу. Кстати говоря, стрелять из машины не получается. Может, конечно, есть какие-то секретные кнопки, которые можно нажать и будет стрелять. Но так вот с полоборота не получилось. Прикольно, конечно, миссии построены. Действительно, какой-то сюжет есть, но в смысле, что не как жута там. Эй, беги. Эй, беги туда, убей там 50 рыл, принеси вещичку. Или там, эй, беги, просто его убей. Потом смойся от полиции. Здесь все идет поэтапно, миссия. Сначала там, поезжай к друзьям. Потом там, их отвези туда. Потом, вот, сейчас переоденься. И так далее. Прикольное стеклышко. Как у нас в СССР было. Ну это как раз миссия из этого, из ролика, который все время показывали. Не, блин, эндуры очень, очень прикольные. Не сверх, конечно. Вот стоит чуть отойти, красиво. Конечно, если приблизиться, похуже будет. В окно видно. Город. Но тут, конечно, детализация похуже видно. То есть она не поражает воображение.
Тут вообще классно. Мне как-то вроде Хитман напоминает. В Хитмане примерно то же самое. Вот еще вид из окна. Конечно, красавно и приятно, в общем-то. Что-то все время тучи, нет солнечного дня. Соответственно, небоскребы выглядят крайне уныло. Серо. Никак не подсвечено, ничего. Обидно. Ух ты, как красиво. Крышка. Перестрелочка весьма веселая, кстати говоря. Прикольнее, чем в деме была. Там как-то потемнее было, поэтому смазывалось впечатление, а здесь вот так вот приятненько и вроде не особо занудно. Попадаешь достаточно четко в противника, а не так, что как в том же Кейн и Линч, непонятно попал, не попал. Тут прям чувствуется, что попал. Проигрывать не рекомендуется. Хотя, возможно, в ближайшее время сделают патч, который позволит дальше играть. Хотя в ближайшее время вообще уже игра выйдет. Так, заценим следующую тачку. Вот эту. Ну, некрасивая, конечно. Некрасивая в том смысле, что сама по себе некрасивая, а не то, чтобы плохо там прорисована и так далее. Гладенькая, достаточно гладенькая. Ну чё, ну достаточно медленная. Так, вот тут пароход какой-то, вокруг него тоже, наверное, будет какая-нибудь миссия. Это, похоже, такая-то, такая же тачка. О, да тут навалом пароходов. Тут их не один, тут их два. Не, четыре даже минимум. Минимум четыре. Минимум даже пять. О, стоять, еще какая-то тачка. Не знаю, может такая же, какая уже есть. Вообще вот тут вот графика, честно говоря, выглядит хреново. То есть проходы какие-то слабо проработанные достаточно. Вот эта вот стена, водозабор или не знаю, что это такое, тоже как-то хреновато выглядит. Вот эта часть еще как-то более-менее выглядит. Хотя тоже не сказать, чтобы очень. Как видим, пустое, то есть тут за, ну, возможно, это вокзал, ну какой-то вокзал, херня какая-то, склад, наверное. То есть тут есть пути, кстати, пути не особо ровные, вон видно, что прямыми линиями, это, конечно, хреновато. Я все надеюсь увидеть поезда. Вот такой забор напрочь не собирается пробиваться, хотя думаю, в реале он бы пробился просто на раз. То есть вообще в ноль. Он деревянный, и в любом случае он бы пробился.